У нас в столице сегодня опять очень важные мероприятия, важные события. Вообще, накануне дня рождения Астаны происходят всегда очень важные события. Мы в эти дни сдаем много объектов, проходим много мероприятий. И среди них особняком стоит сегодняшний чемпионат мира по быстрым шахматам, по блиц-турнирам. К нам приехали знаменитейшие шахматисты, великие гроссмейстеры современности, которые покажут здесь свою игру. И когда господин Гулимжинов был у меня, и мы договаривались об этом мероприятии, мы рассуждали о влиянии шахмат на человека. Что такое быстрые шахматы? Это заставляет человека быстро думать. Мир сегодня очень быстрый. Блиц-турниры заставляют человека быстро принять решение и сделать шаг. То есть это в жизни пригодится. Ну, говорят, что когда развиты шахматы, то успеваемость в школах детей увеличивается в несколько раз. Пусть так у нас будет. Мы не обделены знаменитостями шахматными. Казахстан побеждал в азиатских шахматных турнирах, чемпионы у нас есть. Женская сборная Казахстана тоже на хорошем месте сыграла последние два года. Мы 18 медалей завоевали, так что есть у казахстанцев на кого равняться. Я поздравляю с проведением этого важного события у нас в столице. Я благодарю всех гроссмейстеров, в том числе организаторов, которые приехали, ФИДЕ, которая решила провести это. Действительно, мы собираемся создать шахматный центр, если нас поддержат, построить дворец шахмата, академию шахмата, чтобы наша молодежь, наши казахстанцы приобщились к этому виду спорта.